Левон, поздравляем вас. Наверное, это одно из лучших достижений, которое было. Ну, в вопросе тайбрейков точно. Приятно то, что удалось с нервами совладать до последнего биться. Когда пришлось отыгрываться по заказу, насколько тяжело это было? Ну, тут уже как раз самое легкое. Потому что когда ты сделал ничью, в следующей партии думаешь, какую стратегию выбрать. А тут терять нечего. Поэтому, по-моему, это еще такое было... Я в книге одной читал, по-моему, было это у Таля. Когда он объяснял, что намного легче выиграть партию по заказу, чем сделать ничью. Так что, ну, и тут то же самое у меня случилось в этом матче два раза по заказу, и у меня это получилось. А когда вот это была блестящая жертва фигуры в дебюте, вы готовили заранее или это была импровизация? Нет, я смотрел этот ход слон c4. Ход не лучший в позиции, но для своих целей, то есть в игре в рапиде, он достаточно серьезный. То есть черным надо серьезно знать его. Ну и соперник плохо его знал. Атака там белыми атаковать очень приятно и просто. То есть это была заготовка на случай, если придется отыгрываться? Нет, это просто такая идея, которая... Можно ее когда-то играть. Ну, не против подготовленного соперника. Но вы, наверное, заранее знали, что, скорее всего, будет Армагеддон. Да нет, я думал, что... Ну, тем более, что преимущество было на моей стороне, я что-то расстраивался очень. Говорю, ну, как же так? Я в один момент где-то три очень-очень хорошие позиции выпустил. То есть... Но всегда надо быть готовым, потому что турнир заканчивается для кого-то. А когда подбрасывали монетку, вы хотели сами выбирать, наверное, и выбрали бы тоже черный цвет или нет? Даже не думал об этом. Ну, в принципе, легче, когда выбирает соперник, потому что ты не берешь на себя ответственность. А как проходила партия Армагеддон в плане нервов и в какой момент вы поняли, что выигрываете? И был ли момент, когда казалось, что вот уже все, закончен турнир? Ну, я как-то вот там в один момент наиграл. Получилась такая позиция очень приятная для игры черными. Но Максим почему-то пустил моего слона на c5, и уже какие-то, то есть, надежды. И почувствовал, когда выиграл, уже очень поздно. Там как-то там удалось как-то f5, e6, я уже думал, ну, или мат получу, или выиграю матч. Одно из двух. Так что как-то повезло. Как обычно и бывает в тайбрейках. Ну, видимо, у соперника уже нервы сдавали, ему казалось, что он уже близок, и поэтому он пропустил вот эту, когда вы ладьями его зашиховали, пешки пошли. Ну да, ну, тем более, что там времени уже оставалось мало и у него, и у меня, то есть такое бывает. Ну, выигрывает сильнейший, поздравляем вас, и теперь вы уж точно никак не принимаете участие в организации свадьбы, и, наверное, очень довольны и вы, и невеста. Абсолютно доволен, довольна и она, то есть никто не будет мешать и оспаривать все решения, так что все хорошо закончилось. Ну, еще пока не закончилось, расскажите... Вопросы организации свадьбы уже для меня уж точно закончилось. В плане турнира еще не все закончилось, хотя, конечно, основная цель уже выполнена, но какие у вас ожидания от финального матча? Ну, буду наслаждаться, играть и стараться показать лучшую игру. Ну, это, то есть, такое соревнование престижное, и раз ты уже, то есть, пробился в кандидатский, уже можно без груза ответственности пытаться завоевать даже больше. Ну, желаем вам в этом удачи. Всего доброго. Спасибо большое.